Привет, ребята! Всем привет! И вы на канале Ирочка Инфо. И сегодня у нас наконец-то рум-тур. Долгожданное видео, потому что вы писали в комментариях: Ира, скорее покажи свою комнату, нам уже не терпится ее увидеть. Какая же твоя комната? Кто-то писал, она белая, кто-то писал, что она розовая. Ребята, вместе с нами сейчас вы увидите комнату Иры. Но прежде всего мы хотим сказать, что мы действительно, когда снимали хаус-тур нашей квартиры... Это была моя первая реакция. Ирочка никогда не видела эту квартиру. Первый визит. Да, она никогда не заходила. Мы ее купили очень быстро. Мы ее купили, можно так сказать, случайно. И приходили, смотрели вместе с папой. А дети сидели дома. Ирочка у нас действительно была как мама. Помните видео детские? Посмотрите на Андрея Ирочка Инфо. Там Ирочка была вместо мамы, как мама. Мы в это время ходили и смотрели квартиру. Ну что, ты хочешь показать свою комнату? Да. Я думаю, ребят, вы тоже недолгожданно, как это видео долгожданное, вам не терпится увидеть комнату Ирочки. И, кстати, она получается самая близкая к нашему холлу, гостиной. Вот дверь. Ну что, давайте с нами. Идемте. Барабанная дробь. Вы готовы? Раз. Добро пожаловать. Два. Три. Проходите. Это мой большой-большой диван, который раскладывается, и он очень большой. Тут он открывается, и тут будут лежать мои вещи. Здесь можно одеяло положить, да, чем будет укрываться Ирочка. Кстати, у меня диван, как у Алены Веном. Посмотрите, стена, да, она такая сиренево-розовая. Занавески то же самое, в таких розоватых. Тут шкафчики есть. Вот, да, здесь шкафчики. А тут мой огроменный шкаф-гардероб. Давай вначале покажем наши занавески. Занавески тоже как для девочек, они такие розоватые. Смотрите, с блестками. Да, здесь такая тюль нежная, у нее блестки. Ирочка, ну присядь на этом диване. Я думаю, диван очень, ребята, удобный. Садись, можешь и так сесть туда. Я вообще-то так сижу. Да, классно будет сидеть тут, смотреть в планшете, смотреть комп. Разный, и вообще он очень мягкий и классный, и мне кажется, такой вот цвет приятный, серенький. Здесь люстра, очень большая, много-много здесь нужно лампочек, как раз вот для Ирочки. 3, 4, 5. Да, чтобы освещение было хорошее, потому что ребенку для того, чтобы делать уроки, нужно хорошее освещение. Но мы еще с той квартиры старой не привезли все вещи, мы не успеваем, поэтому мы принесем настольную лампу. А теперь наш оператор сядет на диван и покажет нашу стенку. У нас здесь огромная, огромная, ребята, стенка. Давай начнем с этого, Ирочка. Вот такие специальные шкафчики. В виде ромбиков. Это куда я положила свои... пупсики вначале, вот тут мои пупсики, пока у меня нету книжек тут. Да, пока и мы мой ланчбокс, потому что он красиво смотрится. Ну, пока, ребята, мы еще не привезли все старые наши вещи, потому что мы реально не успеваем. А мое мусорное ведерко очень красиво смотрится на белом нежном столе. Он очень большой и кажется, как я люблю делать уроки, чтобы вот так прям все было. Здесь книги. Ирочка, ребята, все время плакала, она мне жалась. Мама, в старой квартире мне нет места положить всех мои книжки, у меня нет места положить все мои игрушки, у меня нет места положить мои телефоны, куча планшетов, компьютеры. И все время действительно у нас было место, я думаю, вы нас понимаете, это, по-моему, ситуация для всех такая тяжелая, когда у тебя есть твои любимые вещи, у тебя нет места, куда положить. Но еще мне показали тут, что эта штучка поднимается, и там есть специальное отверстие. Так, а мы сейчас покажем. Мы сейчас покажем. Да, давай. Вот. Так, вначале я покажу тут шкафчики. Я их уже заполнила. Тут у меня книжки. Вот видите, шкафчики есть. Тут специальный тут тоже. Тут нет, потому что тут нижнее белье. Тут нижнее белье не будем показывать, но такие выдвижные шкафчики. Тут шортики, мои спортивные штанишки. Но Ира еще не успела маечки, положить футболочки. Все вещи. Посмотрите, огромное количество у Иры маечек. Разные. Маечки, футболочки, домашние футболочки. А тут разная техника, зарядки, все такое. Да, флешка. Покажи вот этот шкафчик. Вот, этот шкафчик тут с розетками и мои два рюкзачка, потому что я пока не решила, куда я их сложу. Вот эта вот штучка поднимается, и там розетки, видите? Я не могу ее поднять, у меня не хватает силенок. А ты думаешь, я смогу? Так, куда папа нажимать? Ее надо просто приподнять. Приподнять, да. Наверх? Да.
Вау, вот, все. И на нем можно поставить так стаканчик. Положить, Ира, положить. Положить, да. Специально три розетки, ты можешь себе настольную лампу, да. Компьютер и телефон может заряжаться. Я думаю, класс. И это здесь просто нажимать, да? Да. Ага, очень круто. Удобно. Ребята, извините, что мы еще ничего не знаем, потому что мы буквально, вы видели, буквально мы два дня, да? Два дня в этой квартире, мы еще не успеваем все смотреть. А сейчас я вам покажу мой шкафчик. Давай тот вначале, тот шкаф. Тут? Да. Такие полочки. Видите, огромное количество полочек. Смотрите, что у меня лежит. Ира уже готовится к морю. И что мне нравится, Ирочка, что есть, видишь, эта дверца. И вот этот пуфик, потому что он вот так не ударяется. Нет, но я имела в виду, Ирочка, вот посмотри, у тебя огромное количество шкафчиков. И у тебя будут здесь игрушки, статуэтки, все, что тебе дарят. Может, какие-то твои украшения. Да. И чтобы это было не видно, например, потому что мы же снимаем не очень красиво, специально есть такая дверка, которая это все закрывает. А мама пока не знает, как я заполнила и вещами свой шкафчик. Так что для нее это будет тоже сюрпризом. Огромный шкаф. Кафира, ребята, посмотрите, какой он огромный. А посмотрите внутри, как я придумала. Я положила туда коверчик. Здесь Ира свободно будет играться в прятки. Вот коверчик, чтобы было... Как, ты можешь туда прийти? Да. Посмотри, да. Здесь свободно, ребята. Я не знаю, тут реально можно, это целая гардеробная. Это я внутри снимаю. Да, если сюда можно зайти. Ясь, а ну завязай, давай, Ирочка, заходи. Да. Можешь примерять, например, одежду. Вот у меня здесь... тут джинсики, разные лосинки. Тут у меня юбочки, вот такие. Эта юбочка тоже лежит тут. Тут юбки. У меня нарядные юбки. Тут у меня юбки-карандаш. Там у меня постельное белье. А тут кофточки и рубашки. Ну посмотри, которые... Ира, какая у тебя эта труба. Смотри, сколько мы накупим этих вешалок. Раз, два, три трубы у меня. Огромное количество вешалок купим. И чтобы вот, у тебя все было на вешалках. Да, очень классный шкаф. Ребята, я очень довольна. И моя сумка-чемодан даже вместилась. И тут коверчик я положила, чтобы было мягенько и тепло. Так, ну давай покажем. И мои кроссовки. Ребята, вот эти кроссовки нам недавно пришли, мы их заказали. Тоже очень классные. Посмотрите, что мне понравилось, что продавец подарил Ирочке вот такую резинку. Круто, прикольно. Кому нравится сочетание розовый с серым? Я обожаю вот это сочетание. Видите, поэтому у Иры комната диван и розовая такая вот стена. Идеальное сочетание вот это розовым с серым. И очень красные. Тут очень мило. Мне очень нравится. Классные, крутые кроссовки. Вот так она выглядит отсюда. Да. Я тоже хотела еще показать две пары юбок, которые мы заказали. А, ну, вот эти вот, да, которые мы заказали тоже именно аккуратно. С Америки. Да, ребята, юбка вот так. Шорты. Ну, покажи ты эту. Я эту. Вроде бы обыкновенная юбка, да? Очень красивая. Ну, и смотрите, здесь мы их поднимаем, ребята, и тут у нас шортики. То есть девочки, вот как Ирочка любит носить юбки, они спокойно могут выходить гулять, и где-то, если они присядут или скатятся с горки, или будут играться, на батутах будут прыгать, они спокойно могут прыгать, там у них шортики. То есть все нормально, ничего не видно. И все, смотрю. А мы еще шкаф тот не показали, ту сторону. А, вот эта сторона? Да, еще эта сторона. Точно. Ребята, самое главное, что нам понравилось, давай, Ира, ты доставай. Тут выдвигается за шкаф, это гладильная доска. Почему? Потому что я утром могу встать, если у меня не поглаженная рубашка, быстро не тревожить маму, взяла утюг. Смотрите, как классно, не надо ее таскать. Да, ее не надо таскать, ее не надо прятать, как у нас в старой квартире. Она постоянно была здесь, между шкафом. Помнишь, папа? Мы ее все время прятали, когда какие-то съемки, ой, быстро-быстро спрячем нашу гладильную доску. Она очень аккуратно... Давай, я тебе соберу. Она очень аккуратно раскладывается и снимается. И здесь вот, Ир, ты можешь, например, все ненужные вещи положить сюда. Да, здесь тоже есть еще вот с этой стороны. Там у меня зимние, Ира, но не забывай, у тебя очень много есть вещей на вырост. Да, я знаю. У тебя есть с Америки пару джинс, которые они... А классный шкаф, да? Вот так. Да, крутяк. Вот там наверху у меня есть для всего места. Мне не нравится, когда на полках много места занимают, например, два этих... Что ты имеешь в виду? Толстые свитера. Да, вот свитер. Ну, Ира, у тебя была такая проблема в нашей старой квартире, что тебе не было класть вещи. Что нет, у тебя постоянно была такая проблема.
Я не знаю, мне очень эта комната понравилась. Я надеюсь, что Ирочка будет благодарна нам, родителям. Конечно. Ты слышишь нас? Да, и все должно быть по местам, все должно быть да. чисто, чтобы мы надеемся, было. Да, ты вот перед подписчиками, мы будем снимать очень много влогов, очень много сценок. И обещаю перед ребятами, что ты будешь сохранять чистоте свою квартиру, да? Да, обещаю. И это моя комната будет вся на мне. Тут я буду убираться и все-все-все, чтобы было все чистенько-чистенько. Ты хочешь, чтобы это был твой мирок, да? Да, да. Ну что, идемте? Идемте. Ой. Кстати, здесь, рада, что мы показывали, ребята, здесь к нам буквально у нас трещит голова. Очень много ребят, которые приходят и звонят. И хорошо, что у нас есть видеокамера, чтобы не открывать кому-то чужим двери. Мы видим, кто нам звонит. Нам очень приходит много ребят и вызывают Ирочку на улицу. Да. Ну что, Ирочка, классно? Тебе понравилось? Очень понравилось. Мне, как каждому ребенку, кажется, что моя комната самая красивая. Самая красивая, да. Ну а если вам понравилась моя комната, то пишите об этом в комментариях. Не забывайте про лайки, про подписки. Наш канал называется Ирочка Инфо. Я еще раз скажу, что я вас люблю и говорю вам пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята. А я тебе, Ирочка, еще раз говорю, как мама. Ухаживай за своей комнатой, хорошо? И тоже ухаживай за собой, хорошо учись и будь благодарна родителям. Мы тебя любим. Все, пока-пока. Пока-пока.